Коллеги, рядом со мной Егор Нарватов, спикер нашей деловой части, которого сессия закончилась буквально вот секунду назад и сразу со сцены к нам на интервью. Здравствуйте, Егор. Да, здравствуйте. Хочется немножко подробнее, чему была посвящена сегодняшняя сессия? Ну, у нас питч-сессия стартапов. Мы стартап, мы привлекаем деньги в наш проект. И в связи с этим выступали и презентовали проект, и рассказывали, что мы делаем, для чего мы это делаем, и почему нам нужны деньги, и как мы эти деньги приумножим. Нам очень хочется узнать, для чего вам деньги, и как вы собираетесь их приумножать. Деньги нам нужны для масштабирования, то есть наш проект находится в стадии, когда мы запустили, разработали технологию, запустили ее, запустили продажи, у нас работающее предприятие, работающая команда, у нас есть постоянные продажи, постоянные клиенты, есть те, кто нас любит, очень много там положительных отзывов, и уже есть партнеры, которые хотят и готовы вместе с нами масштабировать этот проект. Вот на это нам нужны деньги. Приоткроем завесу тайны. Чем занимается именно ваш стартап? Мы занимаемся доставкой готовой еды. То есть мы доставляем готовую еду за 30 минут. Это не суши и не пицца. Это традиционная игра. Это традиционная еда. Основная фишка проекта в том, что мы умеем готовить традиционную еду за 15 минут. Мы можем борщ приготовить. Одну порцию борща можем приготовить за 15 минут. И 20 порций. Такого же борща. Это будет один и тот же борщ, одинаковый. И в этом вся идея. Мы отчуждаем процессы за счет этой технологии. И партнерская кухня может доготавливать это блюдо каждый раз одинакового качества. Поэтому мы можем очень быстро масштабироваться, очень быстро расти. У нас в планах до конца года открыть 5 кухонь в Москве, а за 22-й год открыть еще 17. Мы нашей съемочной группой, во-первых, желаем вам процветания, потому что 30 минут для Москвы – это практически нереальный результат, это было бы здорово. И поесть вкусного борща, а не пиццы, тоже съемочная группа нас очень желает. И мы надеялись, конечно, услышать, что где-то рядом с нами уже есть одна из ваших кухонь, и уже через 30 минут вкусный борщ будет у нас. Но надеемся, в следующем году на нашей выставке вы так не ответите. Да, давайте подождем год, и я думаю, что вот прямо здесь, рядом с Крокусом, у нас здесь уже будет кухня, и мы даже примерно предполагаем, где. Здорово, спасибо большое. Спасибо, до свидания.